В Чебоксарах чествовали победителей и призеров международных соревнований летнего сезона. Правда, на встречу с министром спорта Чувашии Сергеем Шалтыковым смогли прийти не все. Тренировки и сборы не прерывать. Анастасия Мамлина – бронзовый призер сурдолимпийских игр в метании копья, и ее тренер Анатолий Прохоров получили благодарность и часы от главы Чувашии. Правительство республики также учредило для всех спортсменов, показавших высокие результаты на международных стартах, премии и ежемесячные стипендии. Сразу 3 медали в летнем сезоне завоевали представители гиревого спорта. Клавдия Афанасьева победила в первенстве Европы среди юниорок в спортивной ходьбе. Мария Кузнецова стала лучшей на континенте в вольной борьбе. Даниил Леонидов прославляет нашу республику в русских шашках. Алексей Германов стал лучшим на 10-х всемирных играх по спортивной аэробике. Атлет признается, на соревнования приехали сильнейшие, в том числе чемпионы мира, поэтому обойти их особенно почетно. Через 2 недели я уезжаю на сборы, подготовка к чемпионату Европы, который будет в Италии, в городе Анкона. И надеемся, что привезем опять золото.